2500 человек заболели корью в Украине. Как отмечают в Минздраве, это в 70 раз больше, чем в прошлом году. В основном инфекция поражает детей, но есть случаи заболевания и среди взрослых. В лидерах Одесская и Ивано-Франковская области, немного отстают Черновицкая и Тернопольская. В Одесской уже заболели около 1000 человек, 5 умерли. Как отмечают врачи, единственный способ уберечься от инфекции – вакцинация. И напоминают, корь очень заразна, передается воздушно-капельным путем. Среди осложнений – пневмония, потеря зрения и поражение нервной системы.